Сегодня 8 декабря, утро 9 утра. Вот такая заря над городом. Скоро будет восход по всему небу. Холодно, ветер холодный. Ужас. Ну, температура, не знаю, ну, градуса 2, может, есть мороза или один. Ну, вот и солнце появилось. Ой, большое красное. Еще раз пройдем по горизонту. Да, здесь всегда снимаю восходы. Горизонту хорошо видно, насколько земля повернулась. Сейчас опущу немножко ниже, чтобы было видно. Ну, раз. Зимой практически это самая крайняя правая точка, где восходит солнце. Еще немножко уйдет вправо, незначительно. Потом начнет разгоняться на лето. И солнце будет влево, влево, влево. В итоге вот горка, метеостанция, вот до метеостанции где-то с левой стороны может быть. Вот насколько она поворачивается. Большое огненное. Ну, ветер сильный. Мороз небольшой, может градуса 3-4. Сильный ветер. Такой восход сегодня. 8 декабря. Сейчас 9:30 утра восход.